знаєте, от запитав людей, а яка ваша надія? Надія, надія, тільки потім, от буквально зараз, зрозумів, що слово «надія» в Україні зараз має іще одне значення. Я маю на увазі Надію Савченко. З нами на прямому зв'язку із Москви адвокат Надії Савченко Ілля Новіков з адвокатської палати Москви. Спасибо, что вы с нами в этот день, господин Новиков. Добрый вечер. И сегодня я прочитал, что сегодня вы сказали, что есть надежда на то, что уже в этом году Надежду Савченко освободят. Насколько это может выйти на свободу, как передают? Насколько это свидетельствует об изменении отношения к ней в России? Или это чисто плод ваших адвокатских усилий? Скажем так, это моя оценка. Дело в том, что мы в течение последнего месяца наблюдаем две тенденции. Первое. Российские политики, которым ставится постоянный вопрос о Надежде Савченко, начали практически в унисон отвечать, что во всем разберется суд, а после суда посмотрим, возможно, подпадет под амнистию. То есть акцентируют нас на том, что суд будет. Раньше это было неочевидно. И вторая тенденция, то, что за последний месяц следствие резко ускорило работу. Практически 10 месяцев наблюдали то, что они изображали активность или как-то работали по этому делу в очень плавном режиме. У нас было иногда по месяцу, по полтора месяца, когда не происходило ровным счетом ничего. И вот за последний месяц они полностью завершили все свои мероприятия, которые они наметили по делу Савченко. И буквально вчера нас ознакомили с постановлением о том, что ее дело наконец-то выделено в отдельное производство. Все это время дело Савченко как такового не существовало. Существовало большое украинское дело. Это совершенно гигантский массив показаний свидетелей, больше 100 тысяч человек, разных документов и прочего материала, который касается всех событий, которые Россия расследует или считает себя вправе расследовать, применительно к событиям в Донецке и Луганске. Дело Савченко составляло маленькую часть вот всего этого огромного массива, этой кучи. Со вчерашнего дня оно существует отдельно, и видно, что следствие получило очень четкую команду к июню месяцу выходить на суд. У меня есть совершенно такое, знаете, четкое ощущение, которое я не могу подтвердить чьими-то словами или прямыми обещаниями, что то политическое давление, которое постоянно оказывается на российские власти, видимо, достигло какой-то критической точки, и было принято решение провести суд для сохранения лица или для, в общем, для какой-то политической такой демонстрации того, что все это было не напрасно. И после этого искать решение проблемы Савченко вот по таким негласным или тихим каналам. Через амнистию, через указ президента помилования или любым иным путем, который их устроит. Нас он тоже устроит. Наша задача сделать так, чтобы она оказалась дома. Как это будет оформлено, в данном случае не принципиально. Господин Новиков, а может быть такое изменение позиции объясняется в частности тем, что российское следствие установило, кто на самом деле виновен в гибели российских журналистов, в причастности к чему обвиняют Надежду Савченко? Нет, ничего подобного не происходит. Это, видимо, прошло довольно тихо, этого не все заметили. В первые дни или недели после того, как было объявлено, что Надежда Савченко арестована, и даже чуть раньше, когда стало известно, что погибли Корнелюк и Волошин, российские журналисты, вся российская пресса и значительная часть нероссийской прессы были заполнены комментариями такими очень пафосными, очень сильными высказываниями о том, что журналисты были убиты целенаправленно, чтобы помешать им говорить правду, что это акция карателей против свободной прессы. И когда Савченко предъявили обвинение, в этом обвинении был пункт Б, части 2 статьи 105 УК России. То есть, что это убийство, совершенное по мотивам желания воспрепятствовать потерпевшему в исполнении профессионального долга. Так вот, ровно 2 недели тому назад этот пункт из обвинения исчез. Я был передан обвинение в новой редакции, а там с точки зрения последствий это ничем не отличается. Там она якобы стреляла по мирным жителям, по группе мирных жителей. Но при этом следствие больше не считает, что она выделяла этих журналистов в этой группе жителей. То есть вся история с тем, что журналисты были убиты ради того, чтобы спрятать их работе, она полностью ушла. В настоящее время версия следствия такая, что украинская артиллерия стреляла по координатам, которые дала Надежда. А Надежда, поскольку уже достоверно известно, что она не приближалась ближе, чем на 2,5 километра вот к этому месту, где находились журналисты,
По версии следствия, она залезла на телефонную мачту телефонной связи, оттуда в бинокль высмотрела группу мирных граждан, с помощью неустановленной конструкции техники установила координаты этого места, сообщила эти координаты по рации Мельничуку, командиру батальона «Айдар». Он их сообщил украинским артиллеристам, и по этим координатам был произведен обстрел. Вот они поменяли свою точку зрения, не афишируя как бы это как-то очень сильно, да? В сообщениях Следственного комитета и сообщениях для прессы это практически не фигурировало. Господин Но Новиков, они вынуждены были под давлением фактов ее изменить. Господин Новиков, сейчас вопрос к вам не как к юристу, не как к адвокату, а как к человеку русскому, россиянину. Попробуйте, да, попробуйте, мама украинка, да. Попробуйте абстрагироваться от того, от вашей профессии и оценить, насколько освобождение Надежды Савченко может способствовать примирению между россиянами и украинцами, или это совсем не в поле зрения российской общественности. У нас этот вопрос очень горячо обсуждается и воспринимается. Ну, смотрите, вам, наверное, трудно со стороны понять, какая атмосфера здесь в России применительно к случаю Надежды. Я бы сказал, что она в той части аудитории, которая пользуется телевизором как основным своим источником информации, она колеблется от равнодушия и незнания полностью об этой истории до такой яркой, сильной ненависти к Надежде, как к персонализации всего, что связано с Украиной. Поэтому, но в то же время вот та аудитория, которая воспринимает эти сигналы, она, по моим наблюдениям, имеет очень короткую память. И если завтра будет сообщено о том, что Надежда Савченко освобождена и вернулась домой, они покипят яростью там где-то день-два, неделю, может быть, максимум, да, и забудут об этой истории. Но понятно, что для Украины, для украинцев эта история совершенно принципиальная, и что вот именно в Надежде, в которой сошлись, ну, бывает так, что сходятся все звезды на одном человеке. Вот у нее сошлось то, что она женщина, офицер, очень твердого характера человек, очень патриотично настроенный. Это было и до, собственно, начала событий в Донецке. Это было и во время, и после. И мне совершенно понятно, что если для россиян в массе, в целом, эта история не важна и не повлияет на их отношение к ситуации, то без освобождения Надежды, если она будет осуждена и останется на какой-то долгий период в России, никакого примирения со стороны Украины и украинцев просто быть не может. Она останется вот тем пеплом Клауса, который будет стучать в сердце. Это совершенно понятно. Спасибо, господин Новиков, за то, что вы присоединились к нам сегодня. С нами на зв'язку был Ілля Новіков. Він адвокат Надії Савченко і член адвокатської палати Москви.